Всем привет! Это группа Zero People. Сегодня 9 марта на дворе. Мы будем отвечать на ваши прелестные вопросы. Уже в третий раз. Третий раз! Отвечаем на вопросы, заданные нам в ВКонтакте. Да? Да, и впервые мы выберем победителя онлайн. Прямо сейчас, на ходу. Мы еще не знаем, не читали ни одного вопроса. Я не читал точно, я даже не видел, где это находится, честно, честно. По-моему, сразу претендент номер один. Давай. С прошлого с кем бы ты подрался? Давай. Я бы подрался с самим собой лет 15 давности, 100 пудов. Я бы этого человека просто бы... Или он бы меня. Но, наверное, он меня, потому что я был помоложе. Но я бы точно не нашел с ним общего языка. Давайте дальше. А ты? Успеешь. Что, эти пианисты не дерутся, что ли? Ну, я миролюбивый. Ты дрался вообще в детстве? Ну-ка, расскажи мне. Ну, ты гопникам давал ответ? Отпор? У меня был сложный период в школе, когда я вот в четвертом классе, у меня был, я ушел из школы в четвертом классе в сентябре, у меня вот весь сентябрь, у меня все красным, весь дневник, устроил драку на уроки, вот это вот очень сложный был сентябрь. То есть у тебя был буквально один месяц пубертатный период, дерущий, все время... да. А все остальное время был Бетховен и прочее. Вы знаете, какие везучие родители у нас? Всего один месяц страдали. То нормально. Я не понял формулировки вопроса. Ну да. А, счастье в бедности или страсти в богатстве? Вот оно. Как же счастье в бедности? Вы что? Я так и живу. Практически в нищете. А страсти в богатстве почему не устраивают? А потому что я видел таких людей. Это очень печальное зрелище. Я их видел близко. Это очень печальное зрелище. Черные люди, ничего никому не несущие, ни вокруг себя, да, ничего доброго не сеющие. И детей таких же воспитывающих, пустых. Тогда поверю тебе и предпочту тоже вариант А. А то есть ты где-то посередине болтаешься, да? Ну, пока ты не сказал, что... Ну, то есть я не был уверен. Болтан. Мне казались оба варианта достаточно перспективными. В общем, я могу обосновать иногда еще. Пока. Охренеть, что за вопрос сегодня крутые какие, а? Шуран. Претендент. Чем ты лечишь морщины своей душонки? Морщинки своей души. Душище. Вот что значит не подготовиться. Мне сегодня интересно интервью. Слушать ответы, да. Александра Юрьевича Саранкина, больше, чем твои. Морщины, души, какие-то, видимо, имеются в виду... Ты в камеру отвечаешь? А, да, друзья. Душевные морщины лечатся душевными, духовными лекарствами, духовными кремами. Банками. А что может быть лучшим средством, чем... Хорошая репетиция. Хорошая репетиция в спорткомплексе «Юбилейный», где, который где мы сейчас приступим буквально через полчаса. Она все морщины разгладит. Станет хорошо. Согласен. Нет, меня никак просто... Я, во-первых, за две буквально разбираюсь в человеке сразу. И у меня лично для таких людей полный иммунитет. Они от меня далеко, я от них далеко. И... Ни разу в жизни, слава богу, еще не ошибся. Да, интуиция работает, как правило, она подсказывает. И ты думаешь, что-то, ну да, вроде ничего, но что-то не то с чуваком. Плохим людям тянет женщин обычно. А мы, слава богу, мужики. О, а мы знаем такие примеры. Ну, знаем. Когда прекрасные девушки, почему-то. С полным урлом. Под ручку. Особенно это касается городов, вот не Питера и не Москвы. Сибирские города. Ну и окраины Питера и Москвы тоже. Да, там постоянно такое случается. Почему, непонятно. Хотя есть теория. Да и на Тверской, на Невском. Есть теория, у тебя была теория. Почему вот они... Почему, да, у меня была. Да, была хорошая, красивая. Ну, неважно, в следующий раз расскажу. Цена вопроса. Да, вот это хороший ответ. 50 тысяч долларов. Сколько? 50 тысяч. Сколько личинок там? 10. Нет, за 50 тысяч не знаю. Ну, коровий жет, чтобы я бы не стал за 50 тысяч. Нет, я бы от миллиона считал. На самом деле, надо визуально видеть, что это такое. Ну, 10 слизняков, это вот такого размера, знаешь, эти гусеницы такие. И куча же есть еще при входящих всяких моментах. Например, могу ли я сделать это ничего все... Пахнет. А если все это под майонезом помешать? Под нет, майонезной нет, шапкой? Там строго все. Нельзя, все... Натурпродукт. Причем еще и это подряд, прям, знаешь. Да нет, ну я бы стал, конечно. Я бы подумал. Я бы, наверное, сбежал. Если бы самый сильный момент держался, я бы свалил
сверкая пятками. Врезал бы? Все, простой вопрос, что ты думаешь? Да нет, ну не-не-не, я бы спрятался под одеялом. То есть я такой, это самый сильный твой страх? Он настолько серьезный, настолько слабый и жалок, что ты от него можешь под одеялом спрятаться, если ничего не будет? Прямо не такой. Боже, я прятался под одеяльник, нет. И мне очень противно, когда туда случайно нога попадает. Ну, было. В детстве у меня были такие, я помню, садики, я помню, были эти одеяла, под одеяльник у него такой ромб. Да, да. По плоской стороне. Не как сейчас с ноги засовываешь. Ромб вот это классика. Если он перевернется, в этот ромб засовывается нога, а там шерстяное такое одеяло старое. Нет, вот сознательно я туда не лазил, а ты? Ну, вообще... Были вообще одеяло в детстве, ты на циновках спал, там, знаешь, это, в мороз там. Но детские игры у меня были связаны с одеялом, то есть действительно целый мир, что ты типа забираешься под одеяло и не понимаешь, куда. Под одеяло? Это под одеяло. А мы под одеяло. Ну нет, нет, такого не было, конечно. Нет, нет. Я стараюсь о них не думать, уж тем более не рассказывать, потому что их очень много, они поганцы, они очень опасные. А кормлю я их вискарем, к сожалению. Увы. Александр, на самом деле классный вопрос, потому что есть на эту тему отличная постановка оперы «Огненный ангел» в Мариинском театре. Это опера Сергея Сергеевича Прокофьева. Вот. И там очень классно показаны бесы, которые это артисты балета. Вот. Их там около 50 штук. И они время от времени они сидят спокойно, вот, просто висят там или болтаются ногами и дрыгают. А когда герой предпринимает некие действия, они начинают как бы как-то так двигаться, шевелиться в зависимости от того, что он делает. И ну, на самом деле это просто ну, для меня вообще одно из величайших художественных впечатлений за несколько последних лет. И я стал так немножко визуализировать тоже вот этих внутренних бесов, когда совершаю какие-то поступки, то думать о том, что вот эта хрень, она вокруг, то есть она вот в какой-то момент, она вот рядом с тобой начинает так припрыгивать, да, враиться, вот, а потом успокаивается. Так что очень классно, советую посмотреть, сходить в Мариинский, «Огненный ангел» Прокофьева. Нашему вопросу очень сильно повезло, потому что мы не совершенно не соображали, что у нас репетиция, а теперь мы вдруг это сообразили, и оставшимся всем остальным, к сожалению, достанутся только короткие ответы. В режиме блиц. Да нет, не знаю. Ой. Ты вообще в метро ездишь, автомобилист? Ну, на самом деле, я метро изучаю по замечательному инстаграму под названием Russian Metro Fashion. О, да. Вот, с ними со всеми хочется заговорить. Вот это те люди, которых бы хотерам хотелось бы задать вопрос. Я таких ни разу сам не встречал. Мне кажется, это постановочный фильм. Да, у меня есть. Да. Под одеяло спрячешься, да? Скажи. Или в пододеяльнике. Под одеялом спрячемся, друзья. Прикинь, нас с тобой обвинили в том, что у нас выпадают волосы. Человек настолько внимательно наблюдает, видимо, за нашим мнением. Мы это провал, Или это претендент? Или претендент, неожиданно. Не знаю. Вот но... Претендент, скорее, знаешь, на золотую малину, знаешь, конкурс есть. Самое. Я не знаю, а что вопрос-то был? Поставим мы похожими сгонять? То, что мы вот как бы, да, с тобой в рамках дуэта... Слава богу, он на меня не похож, иначе бы это было два истерика в одном плохой. И я, слава богу, не стал более спокойным, потому что тогда это было бы два флегматика в одном вагоне. Так что, наверное, вот этот начальный посыл, что вот это становится... Нет, он на самом деле не факт. Не-не-не-не-не. Не. Это касается, не. Может быть, мужа и жены. Точно. Мне это касается мужа и жены, друзья. Спасибо, друзья. Но не музыкальных дуэтов. А тебе не аплодируют? Молодец, понравился вопрос. Мне кажется, стоит пронировать мне лично бутылку виски, что я брошу пить. Да. Друзья мои, я не пью. Поехали дальше. Хороший вопрос.
Хороший вопрос. Я хочу с рэпером что-нибудь замутить в Zero People. Давно мы хотим, кстати, это сделать, но никак не подворачивается подходящий рэпер и подходящая песня. То есть вот рэпер есть и песня есть, а вот чтобы такая, чтобы и рэпер, и песня, вот пока не было. Рэпер есть, а песни нет. И в гости некуда пойти. Да, и, кстати, Анна Пингина у нас была. Так что, может быть, это повторится еще не раз. Да. Все вопросы вызывают ажиотаж в аудитории. Самый необычный подарок от фанатов необычный. Мне подарили гобелен. В Самаре после концерта Zero People мне подарили гобелен, который я благополучно дарил до дома. Я просто на селёчку гуляю. И он мне дома стоит. Такой спасибо, спасибо. Вообще нужно отметить, что Zero People, конечно, мы очень благодарны нашим поклонникам. Вот у нас недавно был тур по Сибири. А тебе не аплодируют. И буквально в каждом городе мы получали замечательные подарки от людей. Это так приятно. Привозишь с собой целый мешок всякой всячины. Катя, ты устроил? Классные. Поэтому спасибо. Но на самом деле все подарки приятны. Вот на самом деле все подарки, которые тебе в городе дарят, это классно. Мы ничего не выкидываем, всегда все забираем с собой, кроме съестного, потому что мы это съедаем. Потому что мы съедаем, да. К сожалению, эта шаверма больше не актуальна, но есть одна актуальная шаверма, офигительная. Находится она, что такое? Ничего. Так, кончилась пленка? Нет, все равно. Находится она на Думской улице, друзья мои, в самом знаменитом рассаднике говна и позора. В питерском, там, где вот клубы этих Дель, там их несколько шаверм. Вот, друзья мои, секрет заключается в том, что надо обойти эти клубы со стороны набережной канала Грибоедова. И вот на этом углу со стороны набережной канала Грибоедова нереальнейшая шаверма. Самая лучшая в городе. Вот так вот. Да, у меня происходит иногда. Один раз было такое на даче в детстве, но это страшная история. Только пододеялом на ней рассказывал. Я, да, мне нужно забраться в пододеяльник, чтобы оттуда вам ее поведать. Ну, я уже подостыл, конечно, к этому. Ну, то есть, в смысле, ну, и потом я пообщался с людьми, имеющими отношение к этому бару, они меня успокоили, принесли мне некоторого типа извинения, такие, объяснили мне ситуацию. Мне не нравится, когда я за вход в обычный бар должен платить деньги. Мало того, что меня вообще, в принципе, в клубы бесплатно пускают. Ну, по крайней мере, в Петербурге. А тут у меня какие-то жетоны, бабки на входе, я очень сильно был расстроен этим моментом. Кроме того, отвратительно абсолютно бармены служили не разъедешь абсолютно. Чего я, собственно, и написал в гневный инстаграм, который, кстати, друзья мои, который я уже удалил. Потому что я такая продажная тварь. Меня уговорили, подмаслили слегка. И я, так и быть, уничтожил. И пост, который был озаглавлен, никогда больше не пойду в этот дерьмо-бар. Поэтому, пожалуйста, этот ответ тоже сейчас удалите. Все бессмысленно. Все пустое. Конечно, никогда не искорениться, просто потому что это на пустом месте, это наше народное население из себя исторгает вот эти все миазмы, которые вот либо пролезают. И оно же потом это народное население делает этим всем передачкам, говнопередачкам рейтинги. Я лично шоу «Голос» смотрел два раза, понял, что там то, чем все восторгаются, восторгание не стоит, недостойно, и поют там, как правило, дерьмо. Ну вот, просто я считаю, что Градский и Билан поют круче, чем те, кого они слушают. Не вижу смысла в этом шоу вообще. Чтобы потом они ездили по городам и перебивали нам концерт. Ну какой смысл? Это просто хватит. Пустое. Да. А детский голос? А детский голос украинский крутой, а российский дерьмо полное вообще. Света. Я был на краю света, я был на мысе Дарока в Португалии. Вот очень было ощущение полное, что я на краю света.
Еще я был в Магаданской области, моей родной, любимой. Тоже там, когда на бережок встанешь, на мысу, кажется, что это край света, хотя перед тобой всего лишь Охотское море. Ну, как-то так, вот у меня сразу такая ассоциация. А у тебя? А я на следующий вопрос отвечу. Отлично. О, давай. О, непонятно. Сложный вопрос. Сейчас вот в ближайших планах нет отдыха. Летом ты будешь отдыхать? Ну, в Кубани отдыхать. С 5 июля. С 5 июля начнем отдых. С 5 это после нашествия, что ли? По нашествию 5. А, да, значит не начнем. Ну, с Кубани, на Кубани отдохнем нормально. Это не как отдых. Следует отдохнем. Это не отдых. Вау, да. Это отдых. Ты ничего не понимаешь просто. Это не отдых, друзья. Так. Рождаются от незаполненности души и желания чем-то заполнить хорошим. А горе это для радости никак не связано. Ну, спорим только если играть или не играть эту песню на концерте за руку. Ну, не спорим. Мы так слегка договариваемся. Ну, хороший вопрос. Ну, я бы сказал, что сейчас в этом плане, вот первый альбом «Ловец тишины», там много было споров. Ну, там не споры были, там я на тебя орал, мешал тебе жить. Спокойно, ну, это такой спор, в котором, вот как сказал автор вопроса, есть авторитет. А вот в альбоме «Джедай» я не припомню такого, мы как-то так... Мне вообще все нравится. Тут насвистели, тут гудели. Трещали. И нормально. И всем все понравилось. То есть, да, в этом плане сейчас какой-то мы нашли такой консенсус. 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 Нашли. Толерантность и консенсус, друзья. У тебя есть принцип? Да, я вот задумался об этом. На самом деле, вот с учетом твоего ответа про Инстаграм... Я вообще без принципа. Да. Я подумал, ну а что? Нет, нет ничего святого. Ну, в плане вот... Не, ну, я, кстати, я никогда не стану нацистом или националистом. Потому что это глупость. Я глупым никогда не буду. Если только у меня не отдалят часть мужичка, там, и я физически стану дауном, тогда может быть. А вот сознательно я никогда в жизни так себя отуплять не дам. Вот это, если это принцип, то я от него не отступлю. А ты можешь, да? Эй, Спартак! Бананами шевряться там, на пыли. А? Ну, а ты знаешь, вот иногда приходишь на стадион, вот он тут, кстати, неподалеку, и вокруг тебя такая толпа гудит, да, допустим, они кого-то, какого-то оскорбляют, допустим, футболисты, да, да. И ты такой самопроизвольный, такой ух-ух-ух-ух такой. Ну как? Абсолютно без принципа. Ну ужасно. Нет, на самом деле нельзя так делать. Нет, ну нет, нет, конечно, конечно, базовые принципы, нормальные, человеческие, они должны быть у каждого, и их не стоит нарушать. Это мы до нет отвечаем, да? Ну, а, да. Понятно. Давайте дальше. Ну вот я считаю, что жизнь-то гораздо более широкая и могучая вещь, чем любое произведение искусства. Но тем более какая-то картина. Ни песня, ни картина, ни целый альбом не способны отразить. Жизнь слишком многообразная, это круто, это очень круто. Друзья мои, живите жизнью, а не пяльтесь, как дураки в картину, да. А как же картина, вот это «Крик»? «Крик» — это прекрасное отображение какой-то одной секунды жизни. Так же, как и «Мона Лиза», например, и вообще любое могучее произведение. Чем талантливее автор, чем удачнее был момент написания картины, тем круче она отражает именно момент. Ага. Я так считаю. Угу. Ага. Ну, у меня на этот счет, может быть, и другое мнение. Но нет времени сейчас его озвучивать. Да. Давайте. Мне пофиг, я не съем. Вот мне в настоящем никто личность интересует. Вот там слева сидит, очень хочу поболтать. Скоро поболтаем.
С фанатами хотелось бы вот так же поболтать через камеру в четвертый раз, месяца через два, перед очередным концертом Zero People. Вот точно так же. На самом деле так классно, такие интересные вопросы в этот раз. Видно, что кстати, люди вняли нашим мольбам и сейчас готовятся по-настоящему. Все так интересно. Книжки читают. Поэтому хотелось бы болтать вот постоянно вот так с фанатами. Но только не, чтобы не было никаких фанатов рядом. Да-да-да. Только через камеру, друзья. Через камеру. Привет. Да, друзья, это большой секрет, но пару раз я посылал Михалычу в социальные сети свои варианты текста. И вы можете даже предположить, что с ними стало. Кстати, я помню, что для песни «Гиена» и «Волджаз» мы ехали в Европу, я как раз сказал парням, что у меня проблемы с текстом. «Гиена» не могли как придумать, когда люди ничего не спросят. У нас барабанщик с этой «Гиеном» лучше сидел на заднем сиденье, а я сидел в «Гиене» прямо так на спине, там где-то между Волгоградом и Ростовом, и говорит: «Михалыча, давай вот 140 по встречке». Опа-па. И она попала в итоге в песню, где 40 по встречке, колотится сердечко. Чему тут Кивин? Вы тогда еще сидели, обсуждали, что это Шансонова получается, помнишь? Помню. А Кивин тут при чем? Да. Ну, Кивин это Кивин нашей любовь, я люблю. Барабанщик группы Animal. Хорошая группа, кстати. Сходите на концерт. Вперед, да? Потрясающих обстоятельств. Ну, если не считать встречи и его визита на наши концерты Animal Jazz, когда я был на сцене, он был в зале как застрельщик всех слэмов, то первая встреча наша произошла после того, как я до меня наконец дошел его диск с тем, как он играет Animal Jazz. Купури 40 минут одним дублем на рояле фигачит, переходя из одной песни в другую, смешивая басовую партию с куплетной из одной песни в другую. Я был настолько потрясен, что я телефончик там на диске, я ему позвонил. Так что наша первая встреча произошла по телефону. А воочию я приехал специально ради него в Москву, чтобы с ним познакомиться, и чтобы он мне прямо вот лично сыграл. Потому что я никак не мог поверить, не склеечки ли это, а не спецэффекты ли это, голливудские, так играть. И он сыграл, и вот это было первое. Мы встретились у памятника Чайковского. Да, у памятника Чайковского. В Москве, Московская консерватория, чайник сидит. 2006 год, да? Шестой? Ну, не позже, шестой год. Да, да. Вот так. Отказываться от покоя, от, не знаю, от комфорта очень часто приходится. Ради музыки, ну как? Ну, я, не знаю, я не отказываюсь. Мне нет вопроса отказаться. Музыка. Music is first, как сказала офигенная группа «Моя ракета вверх» московская. Которая, кстати, воссоединяется. Кстати, хорошая группа, сходите на концерт. Так же, как и группа «Пятница». И «Пятница». Вы серьезно? Друзья, пятница реюнион, специальное приглашение от Zero People. Я бы назвал на «Моя ракета вверх», пожалуйста. А, да. «Моя ракета вверх» и реюнион, специальное приглашение от группы Zero People. Приходите на их концерт, и мы вам подарим что-нибудь, но только вы должны удостовериться, что вы пришли именно что это именно вы, именно вы, именно мы вас пригласили, и вы по нашей наводке. Короче, скажите администратору на входе пароль Zero People. Если он покрутит пальцем у виска, не обращайте на это внимания, просто пришлите нам видео подтверждение того, что вы пошли в клуб именно по нашему паролю. Друзья, все на «Мои ракеты вверх», пароль Zero People. А «Мои ракеты вверх» играют в Москве, не помню когда, по-моему, в мае, а может быть в апреле. Смотрите потише. На сайте spbclub.ru. Да. Раздел афиши. «Мои ракеты вверх», пароль Zero People. На входе. Всем видео, пока. Видео на входе. А, не пока, отвечаем дальше. Спели при высадке или при погрузке? Для инопланетян. Небо наш для инопланетян? Первым делом. Нет, для инопланетян я думаю, что мы бы... А девушки? Пока. Для инопланетян мы бы сыграли бы эту... Кого? Без ответов были встречи. Без ответов свою. Для инопланетян? Да. В конце там маршрузовали бы, да. Потом перед ним вплавились. И пока бы нас не расстреляли из бластеров, мы бы нас без ответа были лирично лучший выбор для людей. Ладно, для них на самом деле это и писалось. Консенсус толерант, согласен.
Маслевый. Претендент. Учитесь, друзья, учитесь. Вопрос нужно начинать с комплимента. Ну, мы что-то такое начинали, мы делали очень сложный кавер из 4 сразу песен. О, да, была идея такая. В итоге заменили его Black Pool Sun плюс Surprises, плюс что там еще, плюс Epic. Из трех. Да, в итоге из трех, да. Хотели а была задумка там... вообще из других. Да. Но вот она сорвалась. В какое-то время мы даже дошли до финала почти. Потом я понял, что это все. Александр понял, что это с музыкальной точки зрения бред, а я понял, что с точки зрения текста это полный. Я буду год это учить и не выучу никогда. Не, в плане каверов, на самом деле, мне кажется, такое, да, такое бывает, ты пробуешь, и что-то не пошло. Да, и срывы случаются, знаете, мы нервные люди все. Это нормально, такое бывает. Пит-стоп не постоянно. После каждого концерта нужен однозначный пит-стоп. А еще и перед концертом желательно в тишине, да, 10 минут провести пока. Это же пит-стоп называется, когда хоп, так сел и посидел. Не знаю. Посидел. Нет, это антипит-стоп. Антипит-стоп? А что такое пит-стоп? Пожрать? Пит-стоп это когда перед концертом. Фриц, дела. Ну он умеет его поесть, короче. Любит он поесть. А вчера, кстати, был запоздалый пит-стоп с вкуснейшей пастой, сырной. И Михалыч очень завидовал, потому что у него он был этого пит-стопа лишен. Я на диете, друзья. Кстати, могу выслать в личку секретную диету Михалыча, 50 тысяч долларов стоит. А я могу выслать в личку что-нибудь про пасту вкуснейшую с сыром, которую я вчера ел. Я, кстати, личку не могу выслать, потому что у меня личка закрыта для всех. А у меня открыта для всех. Люди, пишите мне в личку. А я, если что, Михалычу передам. За 10% скажите, ну ладно. Пишите. Пишите мне. Личка открыта всегда, 24 часа в сутки. Надо пишите. Толерантность и концерт. А о чем вопрос? О пит-стопе. Пит-стоп. Он нужен. Да, мы не случайно вчера его играли и больше никогда не будем. Потому что это провал. Это провал. Ох, получилось. Поехали дальше. Это, друзья мои, сейчас только что была кратко изложена теория реинкарнации душ. Я ее не поддерживаю, я православный не просто так по названию, а еще и по мироощущению. Поэтому я считаю, что душа наша вечна, а мы-то, конечно, нет. Бренно тело наше вечно. Так что никакого переселения душ, с моей точки зрения, быть не может. И после смерти будем платить за то, что натворили при жизни все. Каждый. И ты, задавший вопрос в том числе, не надейся, никакого зарубипал тебе не будет. Каждый день, как последний, сволочь, живи. Это мне был вопрос, молчать. А, ну смотрите, если по части реинкарнации, то да, я согласен, что Александр Заранкин, он как бы, он конечен и все, и больше его не будет, он как уж проживет, так и проживет, поэтому надо стараться. Другое дело, что какой-нибудь паук... Ползет и думает. Ползет и думает, ну короче, ладно, давайте следующий вопрос. Снова страдать, к сожалению, приходится. Но вопрос, друзья мои, еще и в аранжировках. Вот вчера, давеча, в зале ожидания, мы играли, и стало понятно, что текст это текстами. Это вот еще у Михалыча может житься, но аранжировки. А это уже не... Это гораздо сложнее. Гораздо сложнее вжиться в старые аранжировки, чем в старые тексты. Это все, да? Последний вопрос? Гениально! Так, победил стоп, первый, друзья, первый. секунду, одну секунду. Первый, давай первый. Для начала, для начала. Не будем спешить с итогами. Пожалуйста, первый. Я считаю, что нужно выразить признательность каждому, кто прислал ваши вопросы. Да. Я знаю, что некоторые вопросы были почему-то отобраны. Отторгнуты. Мы тут ни при чем. Да, мы хотели бы ответить на все, но почему-то редакторы этой программы... Только что. Некоторые вопросы исключили. Не знаю, по каким причинам. Они сказали, где-то были повторы, где-то... Допустим. Вот, кстати, вот там наверху, вот на 2 секунды этим видео, там да. Вот ссылочка, или нет, внизу, если ВКонтакте речь, внизу, на того, кто это выложил, вы вот можете, ему все вопросы. К редактору этой программы, который вот является зачинателем вот этих конкурсов. Так вот, друзья, я, например, в курсе, что был великолепнейший вопрос про получеловека, полудельфина. Задай же его, конечно. Ну вот если бы вы были получеловеком, полудельфином, то какая часть у вас была бы человеком, какая дельфином? Верхний или нижний? Да, то есть лучший вопрос, что фактически будущий победитель. Так вот, редакторы данной программы исключили этот вопрос. Знаете, по какой причине? Абсурдный. Это будет классовая дискриминация. Нет, они посчитали это повторным.
относительно вопроса про хот-дог. А что в хот-доге? Ну, 100 раз нам задавали вопрос про то, какая часть человека. Ну, друзья, дельфин и хот-дог — это же совершенно разные вещи. А говоришь, не читал вопрос? Нет. Добра, вот нет, друзья, я действительно не читал вопросы, просто про дельфина случайно, как мне ворона отвечала. Короче, неважно. В первую очередь. Спасибо всем, кто принял свои вопросы. А давай я отвечу. Даже если ваш вопрос был исключен, то это не наша вина. Это второй. Давай. Значит так, какая бы часть тебя была бы, меня была бы человеком, такая дельфином, значит, про сосиску было легко ответить, но сейчас посложнее. Я почему-то сразу себе представил, что вот верхняя часть остается от меня, потому что говорить надо, говорить я люблю, петь чем-то надо. А там хвост вот этот с плавниками, ну тогда. Это вот проблема с... Ну давайте опять с сосиской посмотрим. Короче, чуть-чуть ниже бедер. На самом деле, дельфином было бы идеально взять вот этот плавник. Да, вот этот. И на каждую ногу по хвосту. Вот, я согласен. Короче, берем, оставляем все. И в конце каждой ноги вместо ступни будет финить полный. Особо бью будет, да. Особо бью я никак. Я пройдем нормально вообще по хвосту. Пластая. Пластырь. Так вот, друзья. Все, спасибо. Сокращаю. Спасибо всем, кто задал вопросы. Это было очень приятно, друзья мои. Встретимся наверняка еще раз, судя по всему. Будем надеяться. Читайте книжки, вопросы все круче и круче, значит, и вы все круче и круче, а значит, и в чем-то и мы все круче и круче, а это приятно. Всех с прошедшим 8 марта. 23 февраля, Новым годом и моим днем рождения, и твоим днем рождения. Как мы обещали. И с наступающим твоим днем рождения, моим днем рождения. Как мы и обещали. Будущим Новым годом, будущим 23 февраля. Сегодня выбор победителя произойдет в прямом эфире, никто ничего не знал, не готов. Дельфину не дам, первый. А что первый? Первый, самый первый вопрос. Не помню какой, но помню, что он первый. Первый давайте. Вопрос. Давайте вспомним. С кем бы вы подрались из прошлого? С кем бы вы подрались из прошлого? Были покруче вопросы. Про морщинки. Крем для морщин души. Морщины души. Души. Красиво, вопрос, красиво сформулировано. Но плохо отвечено. Ярко. Но да, но не смогли бы доскать ответ. Человек не круче должен... всего мы ответили про какой-то... Слушай, погоди, стоп. Человек не должен отвечать за нашу тупость. Вопрос хороший про морщины души. Ну, пожалуй. Морщины души. И еще какой-нибудь один. Набор джедая получает морщина. Крем для морщин души. Это набор джедая. А еще один джедайчик. А еще такой микро набор джедая, состоящий из жалкого DVD джедай. Это супер новый релиз Zero People, фактически один из 100 экземпляров, которые остались в свободном доступе. Это на Оскар 2016 года. Так вот, этот диск получает еще кто? Ну давай первую, судья, пожалуйста. Или давай, нет, давай ты выбирай. Дельфин? На морщины души я? А давай, если ты настаиваешь, давай. Нет, дельфину просто респект. А ты слышишь, ты кому бы дал? Там вот что-то было про... Что ж там было-то? Где ты еще вспоминал? А, про пододельник не хочешь? Про демонов. Мы его так много использовали, потом, образ. Чем кормить демонов? А, про демонов, про бесов. Ты отвечал про Рахманинова. Про Прокофьева? Прокофьева. Как выглядит демоны. Визуализация да. демонов? А, ну вообще вопрос в точку, да. Вопрос в точку. Тут ничего не попишешь. Но так как это мой вопрос, то надо выбрать еще. Друзья, заканчивая наш сегодняшний репортаж, праздничный, мартовский, группа Zero People прощается с вами до следующих выпусков. Набор джедая получает морщина души, DVD джедай получает человек-дельфин, будь он не лад. И визуализация демонов получает от нас респект за сегодняшнюю съемку. Спасибо вам, до встречи, мы наверняка увидимся в мае. Готовьте свои вопросы, мы постараемся подготовить еще круче ответы. Наборы, джедаи, короче, Zero People in the House, как всегда, с вами до победного. Всем пока, я начальник гамака. Друзья, вот там. Наверху будет первая и вторая части нашего видеоинтервью.